12 ноября видеораспаковочка будет для Елизаветы, Казань. Вскрывать будем Evolution Nomad серый цвет. Так моделька выглядит. Ну, коробка новая, запечатанная, вскрывается первый раз. Сейчас мы его посмотрим. Коробка весит где-то 28 килограмм. Помощника, если самостоятельно забираем кресло с пункта выдачи с ДЭК, или же как кресло прибудет в пункт выдачи, приходим и оформляем заказ до двери по своим местным тарифам. Так, инструкция, наша печать, гарантийник, хранить. Кресло, значит, у нас стальная рама 1,5 миллиметра, универсальная, до 90 килограмм работает очень хорошо. После 90 килограмм, конечно, уже надо его использовать с ограничениями. Ограничения в виде того, что не стоит уже раскладывать спинку максимально на 135 градусов и не стоит в нем каждый день в режиме качания использовать. То есть злоупотреблять вот этими функциями уже при весе 90-95 и выше не стоит. А так, кресло универсальное, без ограничений, практически без ограничений на сидении. Широкие плечи, высота спинки 86 сантиметров, комплектуется двумя подушками. В случае серого цвета две подушки, они уже идут в memory, как под спину, так и под, для головы. Вот они, кстати, две подушечки наши, ваши. Пока сюда. Ну, здесь самое главное нам посмотреть, что подлокотники идеальные, без деформации. Да, здесь хорошо, потому что защищены они не так хорошо, как, например, у Нобеля, и бывает, что что-то деформированное. Так, ну, замечательно. Ну, остальное все, в принципе, я осмотрю, что пластик везде был целый, комплектация была полная. Ну, в принципе, можно делать оплату, и в понедельник отгрузим уже компанию СДЭК, и поедет она в Казань.